Ну что, друзья, приветствую всех на канале Хайнком. И сегодня у нас, можно сказать, позитивный день, но нет, у нас сегодня такой же красный день, как и был, потому что вокруг Binance, вокруг всей индустрии криптовалют ходят всякие неплохие новости, точнее плохие. Вот. И из всего этого только единицам удается выжить и показывать какую-то положительную доходность, поэтому на многие криптокомпании распространилась новость о том, что регулятор SEC будет, соответственно, называть данные активы там ценными бумагами, да, какие-то будут товаром. То есть биткоин туда не попадает с эфиром, попадают туда монеты типа Solana, Chia и так далее, потому что эти монеты листились, соответственно, на определенных площадках и потом, соответственно, чтобы это доказать, есть вся необходимая база. Поэтому сейчас судится SEC с Binance, с US, да, и другими, соответственно, площадками. Coinbase в том числе. Поэтому по рынку я тогда говорил, что какие у нас ситуации, у нас две истории. Это ждать пролива и откупать на самом низу, либо продавать уже в районе 29 тысяч, да. То есть сейчас, видите, у нас был откуп, а после откупа мы, соответственно, вернулись обратно в ту же зону. И пока я не вижу какого-то позитива, пока, соответственно, рынки стоят, я вижу, что, дорогие мои друзья, мы можем еще упасть. Поэтому из всех монет, которые там есть, это вот Rocket Pool, потому что ликвидный стейкинг. Если вы не знаете, что такое ликвидный стейкинг, то добро пожаловать в мой телеграм-канал. Там есть вся информация по, соответственно, что такое ликвидный стейкинг, фарминг и так далее. Также видео на канале можете почитать. И, соответственно, юристы Binance подтвердили, что компания приглашала Гэри Генслера на работу в качестве советника. То есть Гэри Генслер — это тот человек, который ранее ввел курсы в MIT, в университете MIT по блокчейну. Поэтому этот человек знает много о блокчейнах, криптовалютах, и он сам даже выступал за эту технологию. Но сейчас он как бы возглавляет Security Exchange Commission. Это значит, что он вправе делать все, что хочет. Будто он бы против биткоина, но, возможно, это кому-то выгодно, потому что многие, соответственно, люди, инвесторы понимают, что если Binance там, да, вместе с Гэри Генслером там сотрудничают, то один ему сказал, допустим: давай-ка мы цену уроним, чтобы потом, соответственно, откупить. И чтобы уронить цену, нужны какие-то плохие новости. А чтобы плохие новости создать, необходимо, соответственно, сделать вот такую тему, что мы судимся с вами. Но, может быть, это конспирология, я не знаю. Поэтому также Ripple попала в список Forbes топ-10 лучших финтех-компаний. Кстати, Ripple уже судится, да, но, соответственно, сейчас мы не видим, что она стала ценной бумагой, да. Вот, также я тут выложил список, какие попали под иск SEC новости, да. И пока что за это время на рынке произошло вот только вот эти события. Да, соответственно, главное вам понимать — это находить монеты, которые не ходят за рынком, да, соответственно. Вот если посмотреть золото, да, допустим, золото там ходит также за долларом, против доллара, точнее. А индекс доллара, вы сами понимаете, у нас сейчас, ну, как бы растет. Также московская биржа у нас растет, лайткоин у нас растет. Кстати, скоро халвинг у лайткоина. Если он у вас не в портфеле, то как бы стоит его присмотреть, потому что если сейчас пробьет вот эту трендовую, то как бы такое поджатие, он может выйти из этого накопления вот в район 180 долларов. По доллар-рублю, как я уже говорил ранее, как бы курс выше 82, это полет к 85. Также вы можете посмотреть фонды, которые вообще, соответственно, даже вот видите, есть Animoca Brands. Это, кстати, Animoca Brands — это те ребята, которые финансировали Apple, финансировали Илона Маска, когда он PayPal выпускал. Это, соответственно, много игрушек, которые они сделали. И смотрите, у них в портфеле есть Matic, Mana, Immutable X. В принципе, если вы будете следить за этими монетами, то вы можете как бы принимать решения самостоятельно, но этот фонд
не просто там какой-то, как бы, грубо говоря, какой-то неизвестный человек, неизвестная компания, но это очень известная компания на самом деле. Вот поэтому присмотритесь к нему. И еще есть такой момент, это кошельки крупных китов, которые можно находить и отслеживать. Возможно, я запишу ролик даже по этой теме, потому что я сам изучаю возможности нахождения таких кошельков, но у меня сейчас нету софта для этого, да, соответственно, можно создать свой софт, если у вас есть, как бы, навыки, да, в этом плане, в IT, можете мне написать, мы, может быть, что-то придумаем. Вот, а где же торговать и откупать спот? Биржа Bybit, ссылка в описании, потому что самая надежная биржа. Binance сейчас судится, остальные биржи уже начинают постепенно ложиться на дно, поэтому Bybit самая надежная, которая вообще выполняет все функции, находится в Сингапуре, поэтому ссылка будет в описании. При регистрации вам до 5000 долларов бонусом на депозит. И, соответственно, схема win-win. Вы регистрируетесь по моей ссылке, торгуете, я, соответственно, получаю с вас комиссию. Вот. Также, если вы планируете научиться создавать портфель или обучиться трейдингу как профессии, добро пожаловать на наставничество, чтобы брать движение и, соответственно, искать себе дополнительный доход какой-то, да, вы можете научиться инвестированию, созданию портфеля в споте, да, и, соответственно, вообще в целом индустрии криптовалют, потому что знаний как бы много, если у вас есть наставник, вы быстрее сможете изучить и уже зарабатывать деньги на рынке. Вот, соответственно, это все, что я хотел озвучить в этом ролике. Соответственно, по поводу остальных монет, пока они находятся на дне, ждем, друзья, ждем, пока мы выберемся с этой, как бы, коррекции, да, то есть у нас, смотрите, она может растянуться даже на год еще, да, то есть где-то ходить в этом диапазоне, вот в этом районе, мы можем ходить, как бы, вот так вот, да, там как-нибудь, и потом уже куда-то наверха, то есть терпение, главное терпение. Все, ставьте ролику лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих роликах.